весной, радоваться весеннему настроению, потому что следующая композиция, она называется «Весна». И я приглашаю на сцену музыканта, композитора Семена Кривенко. Встречайте! Что у нас был на сцене музыкант, композитор, и было произведение в исполнении Семена Кривенко. Еще раз давайте проводим аплодисменты. И такое небольшое объявление. Семен у нас в Центре культуры и спорта будет вести клуб любителей классической музыки, а именно игру на фортепиано. Если хотите, приходите, записывайте своих детей. Вот такое небольшое объявление, а мы продолжаем наш концерт. И Коля уж нас...